Подъем, ребята! Хорош дрыхнуть! Смирно! Вы все слышали приказ? Вначале был Бог, и кругом была тьма. И сотворил Бог небо и землю. И отделил он твердь от воды и населил их тварями разными. Скользких гадов морских нарек он матросами и дал им форму флотскую. Парящих птиц небесных нарек он летчиками и дал им куртки специальные. Низших же тварей земных нарек Бог солдатами и дал им штаны короткие, шинели длинные и карманы просторные, дабы руки согревать могли. И почил Бог в день седьмой, как вам известно. И на восьмой день, ровно в 5 утра, взглянул он на землю и не обрадовался. Господь не обрадовался! И задумался он о трудах своих, и сотворил подобие свое, и нарек его морпехом. И морпеху сему повелел царить и в небесах, и на земле, и на море. И дал Бог морпеху форму практичную и удобную, дабы мог он одолеть в бою полчища сатанинские. И дал Бог морпеху форму парадную, дабы имел он успех у дам прекрасных, а кавалеров их повергал в зависть. И взглянул Господь на дело рук своих и остался доволен. Но обрадовался ли он? Нет! Ибо в трудах своих позабыл он о единственной малости. Он не взял форму морпеха себе. И погрузился он в думы, и в мудрости своей утешился, рассудив, что не каждому дано быть морпехом. И это ставит меня на ступеньку выше Господа, потому что я морпех. Не забывайте об этом, и мы с вами поладим. А теперь, недоноски, у вас есть 3 минуты, чтобы построиться снаружи для переклички. Время пошло! Фу, Фрэнк, я боюсь. А вдруг он и правда бог? Да ладно, Джим, просто не борзей, а делай, что говорят, и все будет нормально. Эй, Вилли, идем. Ага, Фрэнк. Эй, ты Томми, верно? Томми Коллин? А я Вилли Гейнс. А это Фрэнк Миноза и Джимми Салливан. Ты сам-то откуда, Томми? Орегон, а ты? Ребят, пора наружу. Мы же не хотим прогневить Господа Бога. Пришло время отделить настоящих мужчин от девчонок. Вы у меня научитесь основам выживания. И, может быть, я сказал, может быть, войдете в ряды корпуса морской пехоты США. Готовы? Да, сэр! Окей, второе отделение. Сидеть тихо, ждать свою няньку. Кто не понял, я не нянька. Первое отделение на полосу препятствий. Живо! Бегом, марш! И пусть только кто-нибудь попробует отстать. Не подведем его, ребята. Держимся вместе. Ага, Фрэнк. Джимми, Томми, не отставать!
На поле боя вам придется и бегать, и прыгать, и ползать, и карабкаться. Здесь вы научитесь делать это по-морпеховски. А если кто думает, что уже все умеет, вон из строя и марш домой, к мамочке! Вы все собственность государства, так что делайте, как я сказал! Ну, ребята, мы-то явно лучше их. Покажем ему, как мы умеем. А теперь через стену! Пойдем! Бегом через туннели! Перед вами знаменитая яма. Представьте, что это обычная грязная лужа. Вперед, порося! А сейчас и ползком. Если кто запутается, я оставлю его. Вперед! Вы что, сюда загорать приехали? А ну на лестнице, живо! А сейчас вы знаете, как надо обращаться с винтовкой! А ну-ка, врежьте этим чучелам! Прикладом их! А теперь яма! Преодолевается бегом по бревну. Я сказал, бегом! Сержант, я... Оставить вот... извинения! Продолжать уничтожение неприятеля! А вы, остолопы, чего уставились? Если кто-то из вас окажется хотя бы наполовину таким же сильным, как рядовой Минозо, я усыновлю его! Отлично! Поверить не могу, что сегодня обошлось без травм. А теперь посмотрим, знаете ли вы, как держать винтовку. На стрельбище бегом, марш! Не, крутой дядя. Да уж. Спокойно, ребята. Самое трудное уже позади. Бегом! С какой-то стати он раскомандовался.